Эй, давайте посмотрим, кто победил в конкурсе на 100 доната. И это у нас... Воу-воу-воу, полегче, дружище, я тебя поздравляю, ты забираешь свой приз. Давайте переведем ему 100 доната. Выбираем сервер, пополнить счет. Замечательно, вуаля, поздравляю я тебя. Участвуй в конкурсе еще. Но если ты проиграл, не расстраивайся. Именно для тебя в этот раз я запускаю новый конкурс на 100 доната на любом сервере. Ваша задача — поставить лайк, подписаться на мой канал и в комментариях написать ваш ник, сервер, на котором вы играете, и слово «я участвую». Победителя я выберу в следующем ролике, а ролик уже скоро. И кто больше профлудит, вероятность победы будет намного больше, чем у остальных. Участвуй и побеждай! Виталий Старк не обманет! Эй, на связь Виталий Старк, и это новая серия на проекте Black Russia. Давайте наберем 1000 лайков, чтобы вышла новая серия. Вам не сложно, мне приятно, дорогие мои, не надо ко мне телепортироваться, твою налево. Вот, в этой серии у нас будет нон-РП-обманщик, но он настолько пытался быть честным, что сам запутался в своих показаниях, и в конце, когда он сказал, я больше никого не буду обманывать, в конце он попытался тоже при мне обмануть человека, короче, нечаянно, чтобы после бана выйти, у него, короче, было имущество его, короче, там такой трэш, ржать, смотрите эту серию до конца, меня она реально порадовала, все, желаю вам приятного просмотра, кто кушает, приятного аппетита. Бу! Короче, мои дорогие, мы сейчас наблюдаем за одним очень интересным персонажем. Зовут его просто Димка Николаев. Но это не просто Димка Николаев. Это самый настоящий обманщик. У него сейчас на руках 14 424 200. Плюс это не все. Также у него на аккаунте сейчас имеется, сейчас вам скажу, его имущество — Lamborghini Urus сзади. Вот Lamborghini Urus. Представляете, какой парнишка у нас богатый. Короче, как все было? Мне пришло... у него, если что, 946. Мне пришло сообщение о том, что меня обманул очень грубый игрок. То есть он сначала, да-да-да, пойдем я тебе отдам. Потом... начал якобы открывать машину, брать все, что было в багажнике, сел в машину и уехал. Не знаю, может быть, ролик я прикреплю вам, или нет. Ну, короче, посмотрим. Ну, вы сейчас все сами услышите. Ну что, давайте его телепортируем. 946. Давайте, Димочка. Идите к нам, Димочка. Опа. Димушка, здравствуйте, уважаемый игрок. Идем сюда, выходим с машиночки. Выходим с машиночки аккуратненько. Виталий Старк, да ну нафиг! Привет! Димка, а что мои подписчики обманывают людей? Скажи мне, пожалуйста. Я никого не обманывал. Извиняюсь, что на ты сказал. Уважаемый игрок, не обманывайте меня, пожалуйста. Я считаю, меня тоже обманывали, я вам писал, вы никогда мне не отвечали. Ну, представляете, как вышло. Вот сегодня я проснулся, начал чекать, что мне снять. И начал проверять сообщения свои, вот, с самого верха. И вижу про вас. Очень хорошее видео, видеозапись хорошую, где вы, как говорите, никого не обманывали. Но на самом деле вы обманывали. Вы, получается, еще вдобавок и меня обманываете, что вы никого не обманывали. Пожалуйста, давайте я могу отдать все деньги, которые украл, чтобы обмануть. Все, готов отдать, только, пожалуйста, не баньте. Я обещаю, все могу отдать и больше так не делать. Ага, то есть мой подписчик, который смотрит, как я наказываю нарушителей, который говорит мне, что я не обманываю. А получается, вы меня, уважаемый игрок, сами только что обманули. Это как понимать? Как я вам... Извините, пожалуйста, я просто смотрю ваш ТикТок, я ваш подписчик. Вот. Я могу все данному игроку вернуть, все до копеечки. Вообще-то, уважаемый игрок, я ТикТок уже давно не снимаю, потому что времени... Да, вы из какого-то там месяца, я помню, что вы не снимаете... Там последнее ваше видео ЕПП было. Про ЕПП. Видите? А у меня вообще-то YouTube канал есть еще вдобавок. А я не находил ваш YouTube канал. Ну вот в следующий раз обязательно введите мой ник. Вот как у меня ник. Прочитайте мой никнейм.
Я вас найду обязательно. Просто мне этот игрок сказал, что я отдам, типа, 1,5 миллиона, опять за доброту, ну, типа, за честность могу себе оставить. Я могу даже переписку с ним вам скинуть. Он мне писал, что, типа, 5 миллионов можешь себе оставить, а 1,5 кака мне отдай. А на каком основании вы должны... Вы обманули человека, и вы еще должны оставить деньги. Я не понимаю этого прикола. Просто, скорее всего, игрок... Подождите, он написал мне, что 5 миллионов оставляй себе за честность. Если отдать, типа, 1,5 миллиона. Я с ним хотел встретиться, отдать 1,5 миллиона и разойтись. Просто я, когда мы обменивались, я не ту доплату выбрал. И когда, ну, произошло это все, и меня как бы радость похватилась, я вот из-за этого как бы убежал. Вот. А потом хотелось отдать, потому что, ну... Мы с ним общались на протяжении около 2 часов, что 5 кака я им себе оставляю, а 1,5 миллиона ему отдаю. Типа могу скинуть все доказательства вам лично. Просто, Димка, вы все равно совершили нон-РП обман. Вы начали даже меня сразу обманывать о том, что вы никогда никого не обманываете. Вы такой честный, пушистый, белый и вообще безобидный человек. Но получается, в вас сидит злостный нарушитель нашего проекта, Димка. И то, что вы меня с первых слов начали обманывать, это тоже вам огромный-огромный жирный минус в ваше дело игрока. Просто мне очень страшно стало, извините. Я готов все до копейки вернуть данному игроку, просто я на этом сервере очень давно играю, не один день, вот. И меня тоже много раз обманывали, я пытался вам дописаться, вот, но вы мне не отвечали. Я готов данному игроку отдать сейчас все украденные его деньги, можно так сказать, и еще машину отдать, которую... Я вам скажу более. За нон-РП обман человек получает блокировку аккаунта навсегда. При возврате имущества игрок данного сервера получает блокировку аккаунта на 30 дней с возвратом имущества. Это строгое наказание, и таких людей, как вы, уважаемый игрок, которые обманывают людей других, очень-очень много. И поэтому наказание, соответственно, тоже строгое. Я просто на этом аккаунте очень много дней играю. Я готов перед игроком извиниться. Что хотите, могу сделать, просто я на этом аккаунте очень много дней играю. Я не хочу просто бана, я боюсь этого. Я понимаю, что я сотворил глупость. Я могу раскаяться, все рассказать, все вернуть. Честно, я больше так не буду обманывать игроков. Можете постоянно за мной следить. Постоянно все, что будет на форуме или где-то. Обещаю, больше никакого, ни одного игрока я не обману в жизни. Следите сколько хотите, вот просто. Я недавно устроился в армию, вот, и хочу получить просто военный билет. Я хочу спокойно жить, ну, играть на этом проекте. Просто меня постоянно все дурят на разных машинах там. И как бы получается, что я постоянно ухожу в минус, не могу добиться своей мечты. Вот, я готов все сделать, чтобы вот бан не было. Но вы понимаете, что я вам не могу не выдать блокировку аккаунта, так как вы нон-РП обманщик. Ну я если так больше не буду, честно, я вот готов все сделать, я не буду больше так, честно. Я готов ему вернуть все. Вы понимаете, просто сколько... Просто заново начинать, я лучше забью на этот проект, честно. Заново начинать, это заставляет. Понимаете, сколько людей мне отвечали именно так же, что я больше не буду. А когда я их ловил и блокировал по второму кругу, все равно это все случалось. А, Димка, расскажи, вообще, были вот только честно между нами? Ну, потому что тебе уже терять уже нечего. Были еще косяки, только вот честно, как мужик мужику. Костяков вообще не было. Я типа хочу спокойной жизни, я играл спокойно,
на протяжении вот этот аккаунт у меня 4 месяца. Вот. Я мечтал очень сильно 10 уровень поднять. Вот. Хотел, ну, стать таким достаточно богатым игроком, чтобы, ну, новичкам, если что, новичкам была возможность давать деньги, все готов был делать. Вот, как-то так. Сиков у меня нету. Я постоянно такой дружелюбный игрок, помогаю кому надо, постоянно ищу друзей, как бы. Все хорошо у меня всегда. Вот так. Я понял, Димка. Но у вас еще как-то вы один раз обманули вроде бы человека, если я не ошибаюсь, мы проверяли. Как-то был косяк, да, вроде бы? Напомните мне, давненько. Если давненько, очень давненько, то у меня, получается, сейчас вспомню. А, да, я, получается, мне вот эту сумку, которая на мне, там, по-моему... которая сумка на мне, я, по-моему, да, я на нее человека обманул. Вот, я, получается, в трейде поставил доплату 260 тысяч, вот, и потом убрал 3 нуля, вот, и получил 260. Вот, я, типа, готов сознаться, я готов вам лично все отдать, чтобы без чего-либо было, вот, лично вам это все отдать и все. Ну, чтобы только не банили. Я просто мечтаю 10 уровень, чтобы работать на дальнобойщике. Вот. Лайк за него, ребята. Всё. Либо пойти в какую-нибудь армию, вот такую фракцию. Димка, оказывается, вы злостный нарушитель, что ли, получается? Я только два раза обманул. Ну, тот и всё. Просто я не обманул 4 месяца никакого человека. Ни одного человека. Нет, просто у вас еще было, то вот сумка и еще что-то было, маленькое что-то, ну, не так большое. Нет, нет, нет. Можете форум мой посмотреть. А вы мне говорили, уважаемый игрок, что вы никогда не обманывали никого, представляете? Ну, только два раза обманул и все. Я могу отдать все это имущество именно вам, чтобы это ни у меня не было, ни у того игрока, вот лично у вас. А с этим имуществом что хотите, можете делать. Нет, мне имущество чужое не нужно. А, смотрите, наказание вы по-любому получите, вот это 100%. Но если вы вернете имущество... Да-да-да, слушаю вас. Давайте лучше бан, пожалуйста, на 30 дней. Я готов 30 дней побыть в бане аккаунт. У меня пофиг, что у меня светит все имущество. А, Димка, ну... Только мы вас заблокируем на 30 дней, при том условии, если вы игроку возвращаете его имущество. Да, я верну игроку все имущество. Стоп, а расскажи, Димка, точно, вот, что ты должен игроку и как вы вообще, на какую сумму договаривались? Мы договаривались, что обмен мою F90 на его машину Урус с моей доплатой 6,5 миллиона. Но я не то выбрал, я поставил 6,5 ДПХ. Вот, и когда увидел, что мне добавилось 6, я обрадовался и убежал. Димка. Если вы готовы, я могу этому человеку вернуть имущество, вам на 30 дней уйти. Димка, а давай, давайте, простите меня, пожалуйста, я не знаю, с утра очень заговариваюсь. Уважаемый игрок, смотрите, скорее всего, вот между нами, Димка, ответьте мне, пожалуйста, только честно. Вот сейчас без обмана я прошу вас, пожалуйста. Ну скажите честно, вы же специально поставили так, чтобы он заплатил вам деньги. Смотрите, Димка, я, смотрите, вы сейчас мне отвечаете правду, и я постараюсь сейчас дописаться до человека, чтобы он зашел, и вы передали ему деньги, чтобы вас не блокировать навсегда. Пишите до человека, это я ему специально сделал, подумал, что вдруг он поведется. Вот, и повелся. Я ему сейчас отдаю, получается, можете нас, меня телепортировать в низкий. Я заберу Урус, вот, и телепортируйте меня к вам. Потом заходит данный другой человек и кидаем, получается,
обмен, что мне дает 90, я ему даю курс. Ху, мы раскрыли это дело, и опять на одного нарушителя будет меньше. Так, уважаемый игрок, я попытаюсь сейчас связаться с человеком, ожидайте меня здесь, никуда не выходите из игры, потому что иначе вы получите наказание. Ожидайте здесь. В случае крашев, перезаходите на это же место. Телепортировал человека, которого вот обманули как раз. Денс. Ну, вам, уважаемый игрок, очень повезло то, что я зашел в ВКонтакте и искал контент, и вижу сверху сообщение. Я мог это не увидеть, и тогда бы эта проблема не решилась. Но мне плюсом контент, потому что, правда, парень очень много заговаривается. Сейчас будут писать то, что я блачу свою Фому. Вот, Денс, вот, честно, признайтесь, я просто на «вы», так как я административную деятельность сейчас везу, веду, и видеоролик, само собой. Вот, скажите честно, я вот с Фомой вообще как-то взаимодействую, вот честно, при аудитории. Блин, что-то у вас заедало. Еще раз скажите. Я говорю, Виталий никак не взаимодействует с игроками, он Фоме ничего не пишет, также не помогает, он никак не блатит Старков. Он относится к ним так же, как к игрокам. Все, благодарю. Вот, ребят, вот про это я и говорю. Правда, вот человек говорит, я могу раз... Раз в месяц могу просто, раз в месяц написать привет. И то по настроению. Вот. Так. Где там наш Димка? Димка. 946. Едет в низкий. Сейчас они, короче, машины будут друг другу передавать. Там, короче, еще Димка деньги должен. Сейчас за этим всем прослежу. Все, ребят, они, короче, произвели обмен. Сейчас посмотрим. Опа, что там? Чё? Маску тигра. Какую маску? Я тебе обменял все обратно. Какую маску? Иди отсюда, а. Я туда свои НЗ положил, 3 скина положил. Я тебе отдал курс, 65 миллионов. Обалдеть, что за маска тигра? Нету. Я тебе отдал все. Димка, откройте инвентарь, потому что я сейчас ваш инвентарь проверю. Если там найду, то я буду очень злиться. Посмотрите инвентарь на всякий случай. Может, он там завалялся куда-то, нечаянно нажал. Ща. Я бы угорать буду, если бы сейчас он взял. Сейчас будет. Ой, блин! Посмотрите, может, вы нечаянно взяли, тыкнули. Димка, вы что такое обманщик-то, я не пойму, Димка, вы почему пытаетесь всегда обмануть людей? Да кого я пытаюсь обмануть, я все отдал. Я сейчас мог ничего не отдавать, деньги упал, все равно бы я в минус ушел. Денис или как его. Я все вам отдал, потому что... Блядь, отдал. Как вы мне и сказали, Виталий, я вам все отдал. Этому человеку, игроку, я все отдал до пенки. РП. Обман с возвратом имущества. До свидания! Ой. 960-30. Тара-та-тара-тара-та-тара-тара. Все, я улетаю, я им помог, все, больше не буду вообще туда лезть, это жесть, это... Ребята, этот человек реально много пытается обмануть.
Короче, лайки обязательно. Было весело, вам понравится. Мне очень, я поржал, это жесть. Все, давайте, до встречи, ребятки. Видео просмотрено. Подписка плюс.